Сегодня мы с вами поговорим, как правильно подрезать клюв волнистому попугайчику. Сегодня мы у попугайчика по имени Швепс. У него растет клюв, и ему приходится периодически его подрезать. Вот такой вот у нас клювик. В первую очередь, перед тем, как брать птицу, помойте руки с мылом, и потом можно даже слегка их продезинфицировать обычным спиртом, ну или другим дезинфицирующим средством. Инструменты, которые вы будете использовать для подрезки клюва, обязательно тоже дезинфицируем спиртиком. Ну и даем ему высохнуть. Нельзя подрезать клюв поперек. Так вы можете нанести трещину и травмировать клюв. Подрезаем всегда клюв наискосок от основания. Наружу с одной стороны и также с другой стороны. А дальше работаем пилочкой. Подтачиваем клюв с одной стороны и также его делаем с другой стороны. Шлифуем, чтобы не было трещин, никаких потертостей. Тихо, давай-ка мелко наждачку. Все, теперь мы можем кусаться. Да, все. Клюв нормальной у нас длины. Теперь Швепс может нормально питаться. Так что подписывайтесь на мой канал, будьте в курсе интересного и полезного. С вами был доктор Чугуевский. Берегите и любите своих пернатых питомцев.